традиционное шоу причесок или дефиле. Это красочный музыкальный спектакль, репетиция оркестра, диалог с Феллини. Эксклюзивные прически, макияж, костюмы, работы известного стилиста Микаэля Рафо представлены зрителям в необычном формате. Это музыкальный спектакль. Мы пошли по странам. Каждая страна – это прически собственного, да, так скажем, происхождения. Почему репетиция оркестра? Потому что, на самом деле, мои организаторы, помощники и так далее, они мне подсказали, что моя идея, которую я вынашивал около 10 лет, уже была создана неким Феллини, который имеет фильм под названием «Одноименным репетиция оркестра». И мы поэтому назвали именно так. Работы Микаэля представляют не просто модели. Музыкальные коллективы, профессиональные певцы и артисты. Главный сюрприз – специальный гость вечера Сергей Зверев. Люди могли насладиться. И когда приезжали в Сочи, то, конечно, шли все смотреть замечательные спектакли, которые проходили. Это была такая традиция, было невозможно попасть. То есть это была часть, культурная часть города. И я думаю, что вот с появлением такого замечательного артиста в парикмахерском искусстве, Рафаэль, я думаю, что он со своей командой вернет эту традицию. Это шоу – результат многолетней подготовительной работы сочинского стилиста. Каждый номер – маленький музыкальный спектакль. Главный его посыл в том, что каждый человек – как музыкальный инструмент. А в этом спектакле смешались уникальные национальные культуры разных стран. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.